Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самайуктам Винда Ванам Манохара Ванча калпатарваша кипасинда бевача патитанам павани бхавишна вибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирим ят кипатамахам ванде парамананда мадхавам бриндавай тулсидеббай пиявай кесава сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наран чайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхо падеш Гаурия патрашо пракасане ча Саданурактва гуру бхакти йокта Бхакти Прамодакша Джагодгарунга Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Накачандамани Чатая Беспуржито кемапикабодушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарати камай када кипам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта винда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламмита бхужау канука бодату Санкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибхуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапухарам Варанаси пурапати бхаджави санатам Ваги саджушва бадане Лакшмир яса ча вакшаси Ясья стихиде самбид Там нишинга махам бхаджи Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Рама Рама Харе
Харирихи Ниргуно Шакшат Прабхушо Пракете Параха Са Сарвадрик Упадрштатан Бхаджану Ниргуно Бхавет Харирихи Ниргуно Шакшат Пурушо Пракете Параха Са Сарвадрик Упадрштатан Бхаджану Ниргуно Бхавет Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхака Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру told. Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхака Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал, что все хотят служить Акшаджавасту. Материальному никто не хочет служить Адхокшаджи, трансцендентному. Никто не может понять, что такое Адхокшаджавасту. Снова и снова Сисила Прабхупад говорил, то мы должны служить Абсолюту. Мы не должны служить Майе, материальному, как глупцы. Что толку от служения Майе? Это иллюзия. Like in the desert, как in the desert you can find, мы можем найти there is water. Воду. Thrusty, когда мы, нас мучает жажда, то мы можем найти воду. И вот животное бежит за этой водой, смотрит, вода чуть дальше, опять дальше, и так она бежит, он бежит, бежит, и воды все нету. И выясняется, что это мираж, иллюзия, а не вода. И в итоге такое животное умирает от мучительной смерти, от жажды. И также люди, наши гуру Варга, Шрила Бхактивинода Тхакур, они снова и снова, всю жизнь они пытаются дать нам понять, что такое Акшаджа и Атхокшаджа, то, что материальное и трансцендентное. Акшаджа — то, что вы можете почувствовать вашим умом, разумом и органами чувств. Это зовется Акшаджа. Акшаджа Васту — значит то, что сейчас есть, а завтра уже нет. Может, это какое-то время находится, может, 100 лет, может, 500, может, 1000, но оно все не вечно. Это все зовется Акшаджа Васту. Адхокшаджа — это нечто, что обычные люди не могут понять. Только те, кто обрели милость чистых Гуру Вайшнава, только они могут понять и осознать, что такое Адхокшаджа Васту. All pervading Lord, вездесущий, omniscient, omnipresent, Господь, everything we can pass lecture. Можем говорить о нем, но почувствовать кто может. Мы не можем почувствовать это, и в этом главная проблема. Поскольку осознание может обрести, прийти к нам только по милости Гуру Вайшнавов, если мы искренне, это не столь важно, откуда мы приехали, где родились и прочее. Важно, что тот, кто совершает баджан, ему нужно уделять больше внимания не физической старости, а уровню продвижения на пути баджана, а не какому-то большинству или тому, кто старше, старее всех. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что тот, кто совершает баджан, have no relation. Кто-то носит одежду саньяси, но не имеет никакого осознания близкого к этому уровню, то такой человек, он обманщик. Таким образом, и вот я пришел к тому, что в начале всего Шрила Джива Госвами Пад объясняет в Сандарбхе, что такое Адхокшаджа Васту. В Сандарбхах Джива Госвами Пад описывает очень аккуратно и объясняет. Акшаджа значит Акшаджа значит ограниченность наших органов чувств, они все ограничены, и с этими ограниченными
органами чувств мы хотим узнать абсолюта, что сложно само по себе, невозможно. Логика, она не может пути, стоять на пути к абсолютной истине, но люди совершают большую ошибку. Думаю, что не могут понять. Если вы... То есть это не так просто понять. По милости Гуру Варгу, если я пытаюсь объяснить, то все же не факт, что вы поймете. Если я буду пытаться объяснить вам что-то практическое, прикладной физики, поймете ли вы? Для начала нужно изучать какие-то предваряющие вещи или какой-то пакет прикладной химии тоже. Чтобы что-то понять, нужно, чтобы было какое-то предваряющее знание на пути духовности. Это шаранагати, самопредание. Если есть шаранагати, шаранагати значит ваша вера в то, что Гуру Вайшнава и Бхагаван, они спасут вас. Они, у нас должна быть такая крепкая, непоколебимая вера, и она даст нам возможность продвигаться вперед по пути к абсолютной истине. Своими собственными попытками мы не можем достичь успеха. И вот Джива Госвами подпишет. Jeno means by whom? Jeno значит by кем? All material knowledge, all все материальное знание, material power, sense материальные органы чувств. By whom is thrown down, kicked down? That is written in Upanishad. И вот в Упанишаде говорится. Yato vacho nivartante aprapo manushasaho. With all your sense organ, perception, всеми нашими органами чувств, наши воспринимающими органы чувств, разумом, интеллектом, мы можем пытаться понять абсолютно, но что случится? Но это не так просто. Это невозможно, как Брахман пытался всеми своими способностями, разумом, интеллектом постичь Верховного Господа, но разочаровался и был откинут назад, и тогда он написал такую молитву. Мы никогда не... Кунти Деви говорит, что он освободит, ты не можешь быть побежден никем. И Кунти говорит то же самое. Noiva arhati abhidatambai tam akinchana gocharam. Only and only those who are akinchana, nishkinchana, vaishnava. You can be known by them. Ты можешь быть постигнут ими, ты можешь быть побежден ими, хотя мы знаем, что твое имя Аджит, тот, кто никогда не побежден никем, но такого условия. И вот Джива Госвами Пад, он дает такое определение, что если вы будете применять свои органы чувств, разум, исследовать что-то, если вы немного знаете бенгали санскрит, исследование на санскрите, говеша называется. We say research means говешана in Bengali and Sanskrit. Research English word. Research на английском исследование значит на санскрите говешана, если разделить в соответствии с санскритской грамматикой, то значение такое происходит. Го плюс эшана. И вот на санскрите, если разделить это слово, то поймем более глубинный смысл. Санскрит очень научный язык, очень возвышенный. И вот... Получится го юкта эшана. In that case, what it means? Что это значит? Go mean, го значит. Here go mean not go mata. Here go mean your all senses. Здесь го значит все наши органы чувств. Hello. Go yukta eshana. Go yukta eshana. Эшана значит. Searching. You are searching. Eshana mean поиск. The effort to know.
наши попытки к обретению знания, мы пытаемся что-то узнать. By applying all your sense organs, by your intellect, mind, everything, research. Scientists, they are doing this, they have been censored. But Bhagavan is not a matter of research. If somebody, like idiot, like research, institute, foolish, about Bhagavan, nobody can make research. What research you can do? Totally wrong conception. Это полностью неправильная концепция. So go to Ishana, by applying all your sense organs, mind, and intellect, you are trying your best. Repeatedly. Снова и снова. You are trying your best to know the cause. Познать причину. About the matter you are going to research. Том, что мы исследуем. И таким образом ученые, которые занимаются исследованиями. Они думают, почему случилось это, почему то, выясняют причины и следствия случившегося, и они, применяя свою интуицию и все остальное, они постепенно приходят к началу, пытаются найти начало, по крайней мере, но они не понимают, что причина всех причин, бесконечных причин, это Кришна. Они не понимают этого. Они могут какое-то исследование проводить, что-то обнаружить, что-то изобрести, но практически никто не понимает то, что говорится в этой шлоке, Кришна, изначальная причина всех причин. Его имя Говинда. Он изначальная причина всех причин, и поэтому в тот день я говорил. Адвайгентатву мы должны осознать. Если мы осознаем Адвайгентатву, то тогда никто не сможет обмануть вас. Maybe somebody can put some lucrative offer in front of you. But if you are Advaita Gyantra, if you establish, nobody can make fool of you. Not possible. That's why you will have to realize. Now, that you will have to realize. Сегодня день Снан-Ятра. Most of the people, большинство людей, у них нет понимания о том, что такое Снан-Ятра. Они думают, что Джаганат находится там, его поливают водой Ганги, молоком, это Снан-Ятра. Вот люди думают, что если они поедут в Джаганат-пури, смогут увидеть Джаганатка, настолько глупая. Идея у них. Те, кто глупцы, хотят везде успеть. But they don't know, но они не знают. Если они обретут Гуру Крипу, они смогут увидеть Джаганатха с духовным видением. И поэтому на вот он такого пишет в киртанах. Тиртхаятра паришам сакали манирбхам сарвасиддхи говинда чаран сарвасиддхи гуру чаран. Все различные виды паломничества, все, о чем вы можете думать или не можете, все они находятся у лотосных стоп Гурудева. Если у вас есть вера, то вы осознаете это. Если нет веры, то что делать? Материальная концепция не позволит нам продвигаться дальше. И поэтому мы не можем прогрессировать на пути баджана, поскольку постоянно пытаемся применить свое образование, материальный ум, деньги как-то, но и таким образом не достигаем успеха. И то, что я хотел объяснить сначала, то, что Джаганат, Снан-Ятра, Джаганатха, она очень глубокое значение имеет. И вот суть в том, что Джаганат, он вечный Виграха. Нилачалдама вечно присутствует. Даже если Махапралая, но все же Нилачалдам
невозможно уничтожить. Пуршотам дам невозможно уничтожить. Нивасшадам, Вриндавандама, Айотхи. Мы не можем это уничтожить. Неуничтожимо. Даже во время полного разрушения Пуршотам Дамана возвращается в свою духовную обитель. Джагнат Баладев и Супада в веках, они тоже вечны. Не думайте, что это какая-то что-то неполное. Это не так. Кто-то думает, что Джагнатха нет рук, ног, что-то он неполный. Но это неправильно. Я могу показать, как Джагнат явился в божество. Он явился вместе с Джейшта, Вайшак Джейшта Мас, Пурнима. Это Джейшта Пурнима. Джагнат явился в этом мире как? Мы должны узнать об этом. И вот суть в том, мы знаем, что Джагнат и Ниламадав, они не отличны. Ниламадав и Джагнат, они не отличны. На берегу Маханади большой холм, и там на этом холме трансцендентная Виграха Ниламадав явился. Никто не мог осознать, как это возможно, что Бхагаван явился здесь. Никто не знал. И в начале всего Вишавасу, какой-то этот местный житель Шабар с низкой касты, он узнал об этом, он обнаружил, что в лесу, что это, что такое, что случилось. И вот он обнаружил этого Вишавасу, и там Вишавасу, он поставил божество и начал поклоняться им. Он никому не сообщал о Ниламадхаве, но как это можно скрыть? Поскольку если Шрила Прабхупад хочет скрыть себя, как это возможно? Шрила Прабхупад, он хотел вроде скрыть себя, но это было невозможно. Поскольку Вайшнав, он самосияющий. Автоматически, если кто-то хочет скрыть Вайшнава, то это сложно. Вайшнава, они самосияющие, Бхагаван проявит их. Кто знал о Мадхавинда Пурипаде? Могли бы мы знать о Мадхавинда Пурипаде? Нет, это воля Бхагавана случилась. Те, кто не стремятся к Пратиштхе, для них сам Бхагаван явился в форме Нитянанда, чтобы дать Пратиштху, поскольку их Пратиштха, она позитивна. Нитянанда Баларам, они организовали их Пратиштху, поскольку их Пратиштха, она позитивна. Это Пратиштха Нитянанда Гуру. Мы можем попытаться сами. Кто-то пытается уничтожить литературу вайшнавов, пытается все скрывать, говорят, что только они вайшнавы. Но что толку от такой деятельности? Гуру Падпадма говорил, пускай они делают все, что хотят, пытайтесь понять, осознать. Если ваш баджан совершенен, только люди не придут к вам. Вам не нужно куда-то спешить, куда-то ездить, приглашать кого-то. Это автоматический фактор. Когда кто-то спросил Гуру Махараджа, можно ли ему поехать на проповедь, Гуру Махарадж сказал, что совершайте баджан. Кто может совершать проповедь? Проповедь, она совершается возвышенными вайшнавами, которые могут дать милость людям. А что такое проповедь? Проповедь — это не обман людей. Проповедь — это распространение величайшей милости. И то чувство, которое у нас есть все в нашем сердце, по милости Гурварги, и распространение этого великого чувства, и зовется проповедь, а просто
говорить какие-то лекции, пропаганду какую-то совершать, это не проповедь. Если вы не сможете вложить сознание, трансцендентное сознание в сердца обусловленных душ, то что толку от такой пропаганды? Если вы встретитесь с чистым вайшнавом, посмотрите на него, то вы почувствуете какую-то реакцию в вашем сердце, это случится, да, естественно, если у вас нет никаких оскорблений, из-за оскорблений вы можете потерять ваше сознание, поэтому нужно всячески избегать оскорблений. Лучше совершать меньше баджана, но не совершать никаких оскорблений. Оскорбления, они скинут вас с пути баджана. Вы будете постепенно терять сознание, станете материалистом. А если ваше сознание увеличивается, в тот день я говорил. И вот сейчас я могу вернуться к тому, что Ниламадав Бхагаван явился. И нечто странное случилось на берегу Маханади. И вот все эти шабари, они начали служить ему. Как они начали служить, неизвестно. Это случилось все по воле Бхагавана. Кто может сказать, Бхагаван хотел принять служение от них? И кто мы, чтобы препятствовать этому? Из лотосных стоп Ниламадава непрерывно Ганга текла. Никто не знал, никакие ученые, философы до сегодняшнего дня не понимают, откуда эта вода появилась в Викрахатам. И автоматически капля за каплей вода капает. И царь Ориса, не Индрадюмна Радж, а другой какой-то знаменитый царь. Он хотел проверить, откуда эта вода. И вот вот там эта вода стекала, какой-то колодец, емкость какая-то, и еще интересно было, вода как стекала, она как бы постоянно стекала, но эта емкость не переполнялась. Еще царь хоть намочил ткань какую-то, пытался высушить ее, но она не сохла, за весь день не высохла. И вот царь был в недоумении. И когда Индрадюмна Махарадж захотел встретиться с Ниламадавой, это до того было еще гораздо раньше, чем вот эта история, я сейчас рассказывал, там другой царь был. И вот я возвращаюсь к царю Индрадюмне, и вот царь Индрадюмна хотел встретиться с Ниламадавой, но никто не знал, не хотел говорить ему, где он находится. И вот не получив, и вот этот Индрадюмна был очень опечален, что захотел оставить тело из-за того, что не может получить даршан Ниламадава. И Джаганнат явился к нему во сне и сказал, что я Джаганнат, не отличен от Ниламадавы. Ты можешь пойти в Чакратирту, вот этот район в Пуре, и там иди туда с утра, и ты обнаружишь три больших бревна Дару Брамана. Они их прибьет волнами к берегу. И царь пошел туда, действительно. Все случилось в соответствии с предсказаниями, действительно. Они приплыли по воле Джаганнатха, и вот он организовали
множество грузчиков, носильщиков, слонов, но никто не мог сдвинуть эти бревна с места. И царь опять начал поститься, оставил еду, воду, постился. Джаганнат сказал, что сначала построй золотую колесницу. И на этой золотой колеснице и позови Вишавасу, Видьяпати. Это долгая история, в общем, их нужно было позвать Видьяпати, он браман, очень чистый браман, преданный Бхагавану. Он обнаружил этого Ниламадава, очень так скрыто, никто не знал, где он. Это тоже долгая история. И Видьяпати, он был очень разумен и с помощью. Хитрости по воле Джаганнатха он женился на дочери Вишавасу. Вишавасу был с низкой касты, у него дочь была. И вот он женился на ней, а дочь помогла выяснить, кому поклоняется ее отец. Сказал, что отец каждый день ходит туда, вот, адреса мы не знаем. Я могу попросить своего отца, чтобы он завязал тебе глаза и отвел к Ниламадаву. Тот сказал, что еще закрытыми глазами, как дорогу узнаю. А дочь сказала, я дам тебе семян горчицы. Отцу не говори, просто кидай их по дороге. From your bag, you go on throwing mustard seed. Then automatically mustard seed automatically grow, so you can get that. И вот эти семена горчицы прорастут вскоре, и будет видна дорога. И вот Джаганнат сказал царю Индрадюмне, позови Вишавасу, от которого я получаю служение там, и Видьяпати, они оба могут взять этого Дару Брама и перенести. И вот царь был необычайно рад, он всех этих Видьяпати и другого преданного он позвал, они взяли и поместили это Дару Брама на эти бревна на колесницу, их отвезли. Еще есть история про Джаганнат настолько прекрасен, что если вы поймете его славу, то вы не сможете его никогда оставить. Он великолепен, как появилось божество Джаганнатха, как оно явилось. И вот царь эти два бревна привез в храм, позвал этих плотников, скульпторов, тех, кто могли сделать божество Джаганнатха, позвал самых лучших плотников, но они не смогли прикоснуться к ним, поскольку когда прикасались, они чувствовали удар электричеством, током, и никто не мог ничего сделать. И в итоге один старый человек пришел и сказал, меня зовут Махарана. Но он был Джаганнатх, никто не знал. Сказал, я могу сделать этих божеств. Как, сколько тебе надо времени? 21 день. Но условие он поставил, что я закрою комнату, день и ночь буду находиться внутри, никто не должен заходить, открывать двери. И царь согласился, хорошо, закроешься, и никто не будет мешать. И вот через 14 дней, вот прошло 2 недели, царь хотел узнать, что там происходит,
как дела идут. Он осторожно прислонился к двери ухом. Звука никакого не было. Это странно показалось. Может быть, это старый человек помер в процессе. Что же делать? Царь сказал, опасно. Ни звука никакого, по крайней мере, что-то делает, звук какой-то должен быть. А если тишина, значит, помер. И вот он проконсультировался со своей женой, жену Гундича звали. И Гундича мандир построен, назван в честь его жены. И жена посоветовала открыть, посмотреть, может, он помер там. В итоге открыли дверь и обнаружили, что его там нет. Он пропал. А то, что он делал, было не закончено. Джаганнат был без рук, без ног. Только вот лицо успел сделать. И царь начал плакать. Что делать? Я совершил оскорбление, поскольку сказали, три недели не трогать, не открывать двери, а я не выдержал. На вторую неделю открыл дверь, и вот он начал поститься, спать на кушасане, на траве куша. И вот уже собрался оставлять тело, постясь, Джаганнат явился к нему во сне, сказал, не беспокойся, это мое желание, чтобы ты открыл дверь. Он, Джаганнат, он полон, это мое, я вечно присутствую в этой форме. Мои круглые глаза, и так, как это есть, оно так и есть, не думай. Хотя ты не видишь руки и ног, но трансцендентные руки и ноги, они есть. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, Джаганнат, он скрыл свои руки и ноги, чтобы одурачить нас. Что Джаганнатха нет руки, но что он может дать нам? Люди думают, что лучше поклоняться Шанкару Дурге, что это более практичное. Поэтому я начал с этой шлоки, с начала. Бхагаван сказал, у меня есть трансцендентные руки и ноги. И поэтому не беспокойтесь, что внешне материальных нет. Они у меня есть, но они трансцендентные. И это моя вечная. И вечная форма. Я в Нилачале присутствую в такой форме. Если вернуться во Дваракалилу, сейчас я кратко расскажу. И там однажды Рахини у ворот, она говорила о Бражалиле, рассказывала. И Кришна Баларам пришли и хотели зайти. Кришне не позволили зайти. Inside, и вот внутри Рахини Ма сказала, и Джаганнат Баладев Субхадра, они слушали Враджалили. И Рахини рассказывала настолько прекрасно, как Шрила Бхактивинода Тхакура, когда в чем особенность Шрила Бхактивинода Тхакура, когда Шрила Бхактивинода Тхакура что-то описывает, мы видим картину этого. Он настолько прекрасным языком это все описывает. Когда мы читаем его труды, то мы видим картину этого. Мы видим как такую картину. И это я хочу сказать. И вот Рахини объясняла. Рахини объясняла практический опыт. So when и вот, когда Джаганнат Баладев Субхадра слушали это за дверью, их руки и ноги начали плавиться буквально. Как там, как можем поверить?
И это его, вот они стали такой формы, как сейчас в Пури. И Махапрабху, когда он совершал Нилачал Лилу, однажды случалось так, что все его руки и ноги входили в тело, и он был похож на черепаху. Как черепаха, ее, она втягивается в конечности, так и Махапрабху иногда принимал такую форму. Читание Чайтамрити описывается это. И вот когда он попался в сети рыбака, то это рыбак говорит, что это не Махапрабху, это какое-то привидение. Махапрабху по-другому выглядит. Я видел его много раз. И вот Сарупасай все-таки пошел и увидел, что да, это Махапрабху попал в сети рыбаку. И вот он Махапрабху плыл в океане по течению в сторону Конарка. И вот Гуранга Махапрабху это Кришна и Радхарани. И много примеров я могу дать. Рагунатха Госвами был в Пури. И как это возможно? Даже Гуру Варга пишет то, что во время Кришна Лилы та Бхава, которая не была проявлена, и сейчас Гуру Лили она появляется, что это, поскольку Кришна хотел в Рада Бхава, он хотел вкусить этот прекрасный вкус расы, он хотел насладиться этой расой. Так много примеров даны Рагунатхам Дасам Госвами. You cannot believe. It's practical. That is Jagannath Baladeva Subhadra. That is eternally present. И вот эти Джаганнат Баладева Субхадра, они вечно присутствуют в форме такой виграхи. И царь был доволен, поскольку Джаганнат явился и сказал, что это, если он в такой форме, если ты хочешь сделать мои руки и ноги на какие-то особые праздники, ты можешь установить золотые руки и ноги, но будь уверен, что это моя вечная форма, и я имею трансцендентные руки и ноги. И вот в Нилачала Махапрабху Ведантаваке Махапрабху говорит Сарвабхауме Бхаттачарья, вот такую шлоку Апанипада в Ведах описывается, это шлока в Шрути. Но потом что говорится? А, то есть он спорил с этим Сарвабхауме Бхаттачарья, тот первую часть шлоки прочел, а Махапрабху сказал, что еще и вторая есть. То есть, несмотря на то, что у Господа нет внешних глаз, но у него есть трансцендентные глаза, он все видит. И есть уши, которые, трансцендентные уши, которым он все слышит. Джаганнатх, он пребывает внутри нашего сердца и дает нам вдохновение совершать баджан. И вот здесь говорится, хотя внешне у него нет рук и ног, но есть трансцендентные руки и ноги, он передвигается куда ему надо и берет то, что надо, у кого надо. Хотя тоже нет внешних органов чувств, но он все чувствует, все видит, все слышит.
И поэтому в Брахмасамхите, в этой шлоке говорится, то, что Бхагаван имеет особенность. У Бхагавана есть особенность, но все его органы чувств не могут исполнять все обязанности других, как руками он может смотреть, глазами есть и все остальное. То есть, в отличие от нас, он, его эти органы чувств, они взаимозаменяемы. Брахма Самхите говорит, что он Верховный Господь, он Парабрахма, Парат Пракхилешвар, Джаганнат, Кришна, Говинда. Тот, чьи органы чувств могут действовать по-другому, могут исполнять действия других органов чувств, мы хотим сравнить свой, себя с ним. Ну, в этом наша главная проблема. И вот сейчас суть в том, что Виграха, сегодня, которая находится Индрадюмна Раджа, организовала Абхишеку, омовение. Oh, thousands of people in a queue. I am calling Gurudev. How I can see? How I can meet with Jagannath? Impossible. Even ticket, 100 rupees, 150. I have no money. But somehow I get entry into. After that, you know, those who are making ticket, they are also in queue, and guard is there, policeman, everything. You know, there is rope. They cannot allow anybody. Гурудева, я увидел, получил даршан Джаганатха, Баладева и Субхадру. Я там стоял рядом, думал, как там попасть, посмотреть. Вот застрял там где-то в очереди, и в итоге этот охранник, куда-то отвлекся, и я мимо него проскользнул, подошел к алтарю. Ну, попросил прощения у охранника быстренько, чтобы он не обижался, и вот удалось проскользнуть прямо к алтарю Джаганнатха. И вот там еще какой-то как колодец, откуда воду берут внутри храма Джаганнатха. И все различные святые места, Ганга, Ямуна, Сарасвати, Кавери, все священные воды, они там прибывают. Как это возможно? По воле Джаганнатха это произошло. Даже Паван Сарова, где Нанда Баба Ишодама, куда они хотели пойти на паломничество, он там. Когда Нанда и Ишода, они собрались на паломничество в Нанда Саровар и на Гангу, то Кришна, он призвал всех в святые реки и в свою кунду. Нет, Махарадж говорил Харикатху в Баджан-Кутире, Санатана Гасаева, Чайтанья Матхи, куда никого не допускают. И вот там был этот колодец, и вот день перед Абхишеком они хотели почистить этот колодец, организовали золотую емкость для воды, поставили у алтаря, предложили чандану, дорогой чандан. Это сандаловую пасту, кастури. Кастури тоже очень дорогой, настоящий особенно. И вот это они все это организовали, такую прекрасную ароматную воду с чанданом, и после этого они произнесли Пуруша Сукта мантру, Павана Сукта мантру. И у меня фотография осталась где-то с тех
с тех времен. И, там, и вот все поседало. И вот этот алтарь Джаганнатха поставили на возвышение, чтобы всем видно было, и панды начали совершать омовение с Нандьяту. Даже Шанкар Бхагаван, Брама, Индра, они пришли в тонкой форме, чтобы созерцать это. И Индра, сам Индра пришел, чтобы принять просад на Анандабазаре. И вот у одного панды Индра Махарадж взял этот просад от Джаганнатха. Тот не понял, кто это пришел в прекрасной одежде. Его спросил, чем заплатить можешь. Ну вот. After taking all prasad, Indra Maharaj going, hey, money. Индра съел просад и начал уходить. Этот банда попросил денег. Денег не было. В общем, нечего дать было. Этот браман бежал за ним до Сваргадвара. И потом до берега океана дошли. И этот панда. И вот он видит, что этот человек, а может выглядит как царь, но он не касается земли, он заметил, и тени у него нет. Удивился, что случилось. Давай денег, говорит, давай денег. Запросад. И Индра пошел дальше. И вот дошли до Сваргадвара, Индра повернулся к нему и сказал, да могу дать все, что хочешь, но денег у меня нет. Как денег нет, да как просад посмел брать. Индра сказал, благословить я могу все, что хочешь, дам, но денег нет. И вот благословил его и пропал. И поэтому это место зовется Сваргадвар. И вот Каши Вишванатх, кто нет, все полубоги в храме, кого там только нет, и кого не было, Локанатх Махадев, Бхубанешвар Махадев, Локанатх, множество Махадевов там, и вот Локанатх каждый день, после того, как храм закрывают, он приходит как этот ночной охранник. Весь день нельзя, весь год нельзя видеть, только раз в году можно видеть. Он там под листьями был, цветами. И вот Локанат каждый день приходит. Ночью. Мы настолько удачливы, мы не можем понять, насколько же мы удачливы. Даже полубоги, у них нет такой великой удачи. У них нет возможности совершать баджан. Вот Локанат каждый день приходит. И сегодня тот день Пурнима, когда они совершают абхишеки после. Еще расскажу об одном, поскольку много сиддханты, надо все успеть. И после этого Джагнат явился во сне и сказал царю, вы совершаете абхишеку. With water and ghee they are putting, no? So вы поливаете меня множество you don't этих. Allow anybody to see me. Because if they see, what is this? They can feel then danger. Ну, что поливаете водой, медом, ги и прочим, в общем, глаза у меня от как сказать, красные, ну такие нездоровые получились, то что раздражаются этим, поэтому 15 дней меня не трогайте. И вот эти 15 дней Джаганнатха даршана нет. И вот в соответствии с наставлением Джаганнатха эти 15 дней Джаганнатха как бы болеет. И эти шабари Вишавасу,
дочь Видьяпати. У Видьяпати также была вторая жена, Браманская. И вот у дочери Вишавасу родились дети, те, кто они служат эти 15 дней и готовят для Джаганатха. Джаганат позволил им другое поклонение. Те браманы, дети браманов, в которых родились от чрева второй жены Видьяпати, первой жены точнее. Они по воле Джаганатха. Почему этот Джаганат все почему Джаганат захотел именно это? Почему Рамачандра подружился с теми, кто живут в крематориях, помогают сжигать мертвые тела такой, с очень низкой касты. Они живут в крематориях. Раджа Харишчандра, он был. И вот этот Раджа Харишчандра, проходя проверку Вишвамитры, but now he was bound to take the service of, you know, burning. His own son, Rohin, работал на такой работе по воле этого муни. When Harishchandra, nobody can understand. With old turban, this black in color, very nice body, but staying. When going to watch his boy, king was busted into tears. Then Shabdyak understands is my husband, Harishchandra. И вот этот Харишчандра пропал куда-то, потом, когда он сжигал своего сына мертвого, то расплакался, и жена видела и поняла, что это вот он, тот самый Харишчандра. Нил Дамаянти тоже такая плачевная, грустная история. И что случилось? Царь сказал. И вот эти, в общем, по воле Джаганатха, он сказал царю, что 15 лет, дней, чтобы в общем, Джаганатх по своей воле явил лилу болезни, и в течение 15 дней ни с кем не встречался, не давал своего даршан, а завещал, чтобы ему вот эти дети Вишавасу от второй жены Шабари служили ему. И вот они готовили лекарства всякие, аюрведические, пачан называется. Если их пить в горячем виде, то простуда быстро проходит. И вот эти панды, они продают этот пачан после того, как предложили Джаганатху. И в то время, вот, 15 дней прошло, и тем временем эти художники. И в Чайтанья-чаритамрите говорится, вот эти 15 дней, когда Махапрабху не мог видеть Джаганатху, он сходил с ума и поэтому отправился в Алалнатх. В Брахмагири. И там Махапрабху, он совершал лилу, принимал прасад там. И Алалнатх, он основан одним алваром с Южной Индии. Алвар значит такое, как сказать, должность какая-то такое. И вот Тируппан Алвар, он обнаружил храм Ранганатха, и Махапрабху посетил тот храм, и перед Нетроцава, значит, после 15 дней, первый раз, когда Джаганатх являет свой даршан, все идут увидеть Джаганатха, получить даршан, этот праздник называется Нетроцава. Буквально праздник для глаз. Вроде смешное название. Что это значит? То, что мы, когда увидим Джаганатха после столь долгой разлуки, это праздник для глаз.
Винугите говорится также. Когда мы видим Джаганатха или Мадан Махана Кришну, это праздник для наших глаз. Когда мы слышим о Джаганатхе, это праздник для наших ушей. Когда мы вдыхаем аромат Махапрасада Джаганатха, это праздник для наших, для нашего носа. Мы, Гуру Махарадж, был в восхищении, когда ел прасад Джаганатха, особенно сладкий дал. Он очень прекрасен. И вот что случилось. Махапрабху в Чайтанье Чаритамрите говорится, что это праздник для глаз, для ушей. Когда мы видим Джаганатха, слышим о его славе, и вот Чайтанье Чаритамрите, то зовется на творцов, и эти Урия, эти, вот эти панды, когда они первый раз за 15 дней открывают ворота, и все видят Джаганатха и танцуют от радости. Какая великая радость. Если мы поймем лилу Сичитания Махапрабху, тогда мы поймем. В день Нитроцава Сичитания Махапрабху плакал и плакал. И слезы подобно фонтану лились из его глаз. Он давно не видел Джаганатха и Махапрабху. Видел Джаганатха, как Алинда наверху, как Кришна, обнимающий Радхарани. Он видел Джаганатха в такой форме. Те, кто чистые преданные, не могут видеть Кришну с Радхарани. Но мы видим кого-то, не имеющего ни рук, ни ног. Что это? В Ваманпуране говорится, однажды в своей жизни, если мы видим Джаганатху на колеснице, то вам не нужно будет рождаться снова. Естественно. Мы должны видеть это явление благодаря милости Гуру Вайшнавов. И вот такие слова говорятся в этой шастре. Тот, кто увидит Джаганатху на колеснице, ему не нужно рождаться заново. И в то время Джаганат принимает все. Если вы что-то предложите ему, то Джаганатх примет это. Джаганат очень милостив, открыт для всех, и это время особой милости, и поэтому он принимает все. Можно предлагать любые фрукты, и кокосы, и прочие подношения, и Джаганат примет это. И таким образом... И вот сегодня... День Снан-Ятра, мы очень удачливы, и мы видим Снан-Ятру отсюда, как Харикатху. С помощью Харикатхи мы можем созерцать Снан-Ятру отсюда. И вот сейчас я хочу остановиться, поскольку вещи много, на которые нужно обсудить. Сейчас я хочу рассказать о Мукунда Датте, следующая тема. И вот Мукунда Датта, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И вот Мукунда Датта, его старший брат Васугош, Васудев Датта. Эти два брата, они певцы. Они совершали киртан, поскольку в Кави Карнапуре говорится Вриндаван в Кришна Лиле из Мадуканта и Снигдаканта. Джамал Арджун, эти два дерева обрели совершенство. Они пели на собрании Нанда Махараджа. Кришна Баларам ходил и на это собрание, он царь, и приходили каждый день разные эти артисты,
певцы, и он слушал их, давал какие-то пожертвования, Кришна тоже слушал, хлопал иногда. И вот такая система была после того, как они пасли коров, подоили их, приняли просад и пошли, ходили на собрание Ананды Махараджа, там выступали различные пандиты, артисты и прочие такие певцы. Они воспевали славу Кришны Баларама, и вот Снигдаканта и Мадуканта, они родились в Гуралиле как Мукунда Датта и Васу Девадатта. И их, они настолько прекрасно пели, что все, кто слышал, они плакали. Нельзя было просто слушать и ничего не делать. Все плакали. Адвайта Гасай, Шивас Пандит, кто нет, когда они пели, Адвайта Гасай, он взял Мукунду к себе на колени и плакал. И все очень любили их. И на самом деле Мукунда Датта, он с Читтагона происходил. Это сейчас Бангладеш отошло, а раньше была Индия. Пундарик Виданидхи, Мукунда, они с одной деревни происходят. И вот они были друзья Махапрабху. Махапрабху изучал Вьякарон, и тот тоже изучал Вьякарон, грамматику. Тот был более сведущий в грамматике, хотя бы, поскольку был чуть старше, когда Махапрабху объяснял Вьякарон, Гуруджи, мастер, он, этот его гуру, занимал Махапрабху как Then master can ask, you can teach Vyakaran to them. Gangadas Pandit. Gangadas Pandit sitting here, Nimai, you can explain. Because abnormal, one Sanskrit Vyakaran. Он, в общем, был старшиной в этом классе и другим преподавал. И эта санскритская грамматика очень глубока сама по себе, даже Индра Брама Шанкара, они то это не знают, то, что писал Махапрабху и говорил в ньяе, в логике Махапрабху, написал книгу. Но после того, как один из его друзей хотел какое-то слово посмотреть, а, точнее, они на лодке ехали, и друг хотел попросить посмотреть, что там Махапрабху написал. И вот он прочел несколько строк и начал плакать. Тот сказал, что я хотел стать лучшим в логике. Но я смотрю, что я не могу сравниться с вами. Махапрабху сказал, хорошо, давай книгу выкину, будешь лучше, чем я. И вот он выкинул в Гангу это то, что написал, чтобы не смущать этого ученика. Махапрабху хотел учить о Кришне, а не о какой-то грамматике. И вот Мукунда Датта, он был одноклассником Махапрабху практически, но Махапрабху, он часто, они говорили о логике, с ним о логике. Махапрабху просил ответить что-то, и потом отпускал его. And Vyakaran, Vyakaran has
Вьякарон – это санскритская грамматика, и Мукунда сказал, Вьякарон – эти дети могут учить, а я буду говорить с тобой об Аланкаре, об украшении. Аланкар – это… На санскрите вот эти аланкары используются для украшения, они подобны орнаментам. И вот Махапрабху сказал, хорошо, все, что хочешь спрашивать, я отвечу. И вот он такие критические вопросы задавал с Аланкарой, и другого Махапрабху отвечал на них. И кто-то увидел, что тот не читает эти аланкары, а только отвечает Махапрабху, он свою сиддханту утверждал, я опровергал, и тот подумал, что нет никого, кроме Верховного Господа, кто может это все представить в таком великолепном виде. И в итоге, что случилось, я кратко скажу. Так много татву, которую нужно обсудить, и вот я. И вот однажды Махапрабху явил Аштапур Бабу, благословил всех. И вот он в то время Махапрабху давал милость всем. Но Махапрабху, и вот, преданные спросили, почему ты давал милость всем, кроме своей матери, а он ответил, что та совершила оскорбление неосознанно, поскольку когда мой старший брат ушел чтобы принять саньясу, Сачима плакала и сказала, что его зовут Адвайта. Ну, а саньясу от этого Адвайта Гасая. Она сказала, что я думаю, что его зовут не Адвайта, а Адвайта. Хотя она никому не сказала, просто подумала, но Махапрабху сказал, что моя мать совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайты. Адвайта начал плакать, упал без сознания. Сачима совершила оскорбление, наша мать Адвайта. Сачима, она пришла, когда этот Адвайта был без сознания, Сачима, она пришла, взяла пыль с его стоп и положила к себе на голову. Это был такой жест ее покаяния. И это божественная любовь, величайшая милость, она хотя очень трудно достижима даже для Брамы или Шивы, но в Лили Махапрабху он раздавал эту величайшую божественную любовь всем, даже собаки обретали ее. Что говорить о преданных, даже собаки в той деревне, они обрели эту божественную любовь Махапрабху. Насколько милостив Махапрабху. Kulin Gamer je dog kutta is also my priyo. I love him. So you understand the loveful attachment of Chaitanya Mahaprabhu. Even trees and keepers. Милостив Махапрабху, даже деревья, кустарники, они обретали милость. Кто, кроме Махапрабху, может даровать такую величайшую милость? Кришна, он в лесу тоже. Даже лесные эти растения получали милость, а мы не можем получить. Посмотрите, насколько удачливы были те, кто присутствовали во время его лил. И поэтому Брама молится об обретении такой милости Удовджи в форме
кустарника. Он совершает аскезы в одной форме в Бадхинарайне, а в другой форме в Враже, в форме кустарника, и молится о том, чтобы обрести эту милость. Удов может прийти, это практическое. В Скандапуране говорится, что во время Харикатхи, когда мы совершаем Харикатху Киртан, Удов может прийти, даровать нам свой даршан. И сейчас кто-то может видеть Удова, как мой Гуру Пад Падма, он совершал парикраму очень медленно, с палочкой. Даже когда ему было за 80, за 90, Бхарати Махарадж предлагал ему организовать ришку какую-то, чтобы хотя бы его везли, но все равно ходил пешком и постился все время. Даже воду не пил. Бхакти Прамод Пурига Свами Махарадж так совершал парикраму, он считал ее частью арчаны. И вот он созерцал Гавадхан Радакунду. И что он там видел, кто знает. Мы слепы, не можем видеть то, что он видел. И вот Махапрабху говорит, я не могу дать милость Мукунде. Почему? Почему? Что случилось? Он так прекрасно поет киртаны. О, Прабху, пожалуйста, даруйте ему милость. Он ваш преданный, служит вам. Да, служит, но когда он идет к Майаваде, он тоже говорит джай в их адрес. И как Вайшнаву приходит, тоже говорит джай, он как Арджатия. Эти Арджатии иногда... И поскольку Майавади не верит в вечную форму Махапрабху, поэтому из-за того, что этот ходит и хвалит их, Джаевых адрес говорит, я никакой милости не могу дать. Ну, преданные говорили все же, ну, надо дать ему милость какую-то. Но Махапрабху сказал, хорошо, через 10 миллионов рождений он получит мою милость. И Мукунда, когда услышал это, он очень обрадовался, что всего лишь 10 миллионов жизней, и потом я обрету милость Махапрабху. Он начал искренне танцевать от радости, что всего лишь 10 миллионов рождений до милости Махапрабху, а мы столь нетерпеливы, что даже 10 минут не можем потерпеть. И Махапрабху спросил, почему он радуется. А мы сказали, что он услышал, что через 10 миллионов рождений он обретет милость, и поэтому он необычайно рад. И Махапрабху сказал, что позвали его. А тот сказал, что я падшая душа, не могу прийти к Махапрабху, и начал плакать. Махапрабху сказал все. Иди, я дарую тебе свою милость, как вы сказали, что через 10 миллионов рождений, но из-за твоей огромной веры эти все 10 миллионов рождений уже прошли. Мы не можем поверить. Так много примеров. И вот в Кедарнатхе один старый человек с огромной верой хотел видеть Кедарнатха, но когда эти ворота были закрыты, он вечером пришел, когда уже закрыли ворота были, двери храма, следующий через год, на день Акшаятрити, сказали, приходите, увидите, тот начал плакать, упал без сознания буквально на... Пару минут опоздал, а Пуджари бессердечный закрыл и ушел. Сказал, что правило вот такое-сякое, поэтому ждите следующего года. И когда этот человек пришел в сознание, он увидел множество людей, приходят, чтобы видеть Кедарнатха. Он встретился с тем же Пуджари, и сказал, что вы в следующем году откроете ворота. Почему сейчас пришли? Я через год пришел, как? Год прошел, поскольку он был подлинный преданный Кедарнатха.
и время вот Кедранат. Кедранат так подвинул время для него. И тот смог обрести даршан Кедранатха. Если Шанкара это может делать, то еще Читания Махапрабху тоже. И таким образом, по милости Махапрабху, эти 10 миллионов рождений, благодаря его твердой вере, они прошли за секунды. И Мукунда Датта сказал Гададхар Пандиту: «Пойдем со мной, я покажу тебе Вайшнава». Хочешь видеть настоящего Вайшнава? Да, Вайшнава Даршан, наилучший, даже лучше, чем Бхагавад Даршан. И вот они пошли посмотреть на Пундарика Видьянитхи. А Пундарик Видьянитхи, он лежал на белоснежной кровати, которая была цветом подобно молоку, на дорогой подушке, и ел, жевал листья бетели, плевал их куда-то. И волосы были умощены ароматным маслом, да, одет в дорогую одежду. На нем были золотые цепи. И вот когда я пришел, увидел, что это, ты сказал, что мы придем на даршан к Вайшнаву, но тут сказал, что это один из величайших Вайшнавов, поскольку Гададхар был полностью отречен с самого детства. И подумал, что, что это за Вайшнав такой, как это возможно, какое-то наслаждение. И вот только в уме он так подумал, он как бы вслух не сказал, просто подумал, что это такое. Но это было оскорбительно в адрес Пундарики Видьянитхи. Много людей, они превратно понимали Шрилу Прабхупаду. Отреченность Шрилы Прабхупады, она была ничем не меньше, чем отреченность Гуру Кешоды с Бабаджи Махараджа. Глупые люди не замечали этого. Отреченность Шрилы Бхактивинода Тхакура была не меньше, чем Гуру Кешоды с Бабаджи Махараджа. Внешне иногда можно было наблюдать, что он сидит в какой-то комнате, хорошо обставленный, аристократичный образ жизни ведет, но люди хотят постоянно находить недостатки в чем-то из-за того, что видят какие своими материальными глазами. Гададхар Пандит, он необычный человек, он Радхарани, но совершил такую ошибку, чтобы дать нам пример, и Мукунда Датта понял, что тот не верит, что это великий Вайшнав. И вот он произнес эту шлоку. जिघंसया अपाय यद्यपि अशाति लेभे गोतिं धत्रुचितं ततो अन्यं कंगवा दयालुं शरणं भजम्। И вот он произнес эту шлоку, и Пундарик Видьянитхи, его переполнили чувства премы. О, Кришна! Он начал взывать Кришне. Он разорвал одежду на своей груди. You know, costly cloth, guti poka, very costly. All golden chain were gone. Hold on. Разбросал свои цепи золотые, начал кататься в пыли на полу. Where is that golden pot? Where gone everything? Куда золотая чашка для сплевывания, куда-то улетела подушка. Гададхар подумал, что да, я совершил великую ошибку и не смог узнать такого великого Вайшнава. Во всей Брахманде таких Вайшнавов не найти. Он... И вот Гададхар Пандит решил принять прибежище у него, чтобы в знак прощения. Я кратко об этом расскажу. И еще хочу рассказать о Шридаре Прабху. Кулавича Шридхаре. И когда-то более подробно расскажу о Пундарике Видьянитхи, сейчас времени мало. И вот этот Кулавича Шридхар внешне, у него ничего не было. Просто жил как нищий. Каждый день утром он приходил с цветами бананов.
Он не мог готовить. Mother, they used to very quickly, expert. Now nobody can do it. Ну, сейчас мало кто готовит эти цветы бананов, их надо слишком много времени чистить, очень много возни с этими цветами бананов, поэтому редко кто готовит. Но вот моя мама, моя мать, она готовила их. Они очень вкусные, но много мороки с ними. Слишком много времени нужно их чистить, отделять, готовить. И вот суть в том, он совершал санкиртан, не спал, и с утра вот он продавал листья бананов на рынке. Ну, в качестве этих тарелок. И там продавал зеленые бананы, стебли бананов и листья бананов. Также эти, вот, в общем, эти стебли банана вкусны и полезны. Вот зеленые бананы, они тоже полезны, когда их готовят. И вот, смотрите, там Махапрабху пошел на рынок Сида, почем эти бананы. Тот сказал, за полцены могу их забрать. И это сказал, что не могу за полцены тебе отдать, и так дешево. Дешевле уж никак не могу. Нет, давай, да за полцены, Махапрабху говорил. И Махапрабху, он взял цветок банана, а Сидар не хотел отдавать. Вот Сидар, как ты смеешь, я браман. А ты забираешь у меня эти цветы банана, что делать? Я браман, я очень беден. И так дешево продаю, куда дешевле. Ты еще хочешь за бесценок все это забрать. И вот они каждый день так спорили, что будешь делать с этими деньгами. Я продам половину из этих денег, я использую на Ганга-пуджу, половину на себя трачу. Ты поклоняешься Ганге, откуда Ганга приходит? Ганга, моя дочь. Так, ты браман, как ты смеешь так говорить? Ты шутишь с Гангой, ты не веришь, Ганга моя дочь. Тот разгневался. Ты не знаешь, кто я. Ты браман. Не приходи ко мне, почему? Смотри, сколько продавцов тут, зачем ты ко мне приходишь и за бесценок пытаешься все забрать. Нет, я буду тебя брать. И вот каждый день они так спорили, и Махапрабху сказал, однажды ты узнаешь, кто я. Однажды Махапрабху со всей санкиртаны пришел в дом этого Сидара. Он был очень беден, даже не было емкости для воды целой. Но он никогда не думал, что он беден. Махапрабху смеялся. Зачем ты поклоняешься Кришне? Что толку? Смотри, вон они поклоняются Шангару, Парвати, очень богаты. Сидар сказал, не говори так. Вот Махапрабху, я ем прасад, мне достаточно этого. И
И вот эта шлока, с которой начал. I can draw final conclusion with this sloka after. Now Sridhar Mahaprabhu gone there. И вот Сидар Махапрабху сказал, что очень хочу пить, напои меня. Воды нет, даже нет емкости для воды, но она дырявая. И поэтому неудобно тебе давать дырявую емкость. А другой нету. Махапрабху взял эту емкость, зачерпнул воду, сказал, нет, я все равно буду попью, поскольку очень хочется. И вот в шастре говорится, Махапрабху как раз Судама Випра пришел к Кришне, принес в качестве подаяния дробленый рис, но Махапрабху с великой радостью, Кришна с великой радостью принял это, но когда какой-то другой человек хотел накормить Кришну в золотой тарелке, то Кришна ничего не принял, поскольку Кришна принимает преданность, наши чувства. И вот однажды Махапрабху явил свою сварупу, сидя на алтаре, и вот он взял шалаграмму, сел вместе с ними на алтарь, проявил такую форму. И в итоге Махапрабху сказал, идите в дом Сидара, позовите его. Тот, кому он поклоняется, ради кого он совершает санкиртаны, аскезы, он может увидеть меня. И все. И вот вечером было уже, ночь практически была преданная. Позвали его, тот совершал киртан громко в своей комнате. Деревенские люди говорили, что он глупец. Из-за того, что голоден, киртаны поет, лучше пошел. Сработал что-то и рис закупил. Мешает нам спать, только тут киртаны поют, что это. И вот все преданные пошли. Махапрабху позвал. Махаскар сказали, Махапрабху зовет его, но тот громко пел киртаны с караталами и не слышал его. В общем, звали, сказали, открывай дверь, кто зовет. Сказали, что Махапрабху. И вот он открыл дверь и под лунным светом сказал, что вы все здесь ночью, что вы делаете? Махапрабху зовет вас. Да, пойдемте с нами, ты увидишь сварупу Господа, ради которому вы поклоняетесь. Вы видите его сварупу. И услышав это, тот расплакался и пошел. И вот привели его к Махапрабху. Махапрабху сказал, сейчас, Сидар, ты думал, что я шутил с тобой, что Гангана исходит из моих лотосных стоп, она моя дочь. Но ты думал, что я шутник. Смотри, даже Брахма Шанкара, они не могут видеть эту сварупу, которую я покажу тебе. Бхагаван Шри Кришна, он также он показал Вишварупу Дурьотхану, свою форму Вишварупы Дурьотхане, но мы не знаем об этом. Однажды Бхагаван Шри Кришна показал свою Вишварупу, вселенскую форму. Тот хотел поймать и арестовать Кришну, но даже увидев такую вселенскую форму, он это ничего не понял. Множество из нас, после того, как они встречаются с чистыми преданными, они и то не понимают. И сейчас времени мало, Сидар обрел милость Махапрабху. Мукунда также. Я много обрел. И та шлока, с которой начал, я хочу объяснить ее. Значение этой шлоки очень глубоко. Парикхит Махарадж спрашивает,
Шукадева Госвами, о Гурудев. Как это возможно, что те, кто поклоняются Верховному Господу, владельцу бесчисленных миров, как они становятся очень бедны, а те, кто поклоняется Ганапати, Шанкару, Дурге, они очень богаты, почему так? Не должно же быть так. Почему такая несправедливость? Шукадева Госвами начали говорить, что ты думаешь? King, what you think? О, царь, что ты думаешь? Never poor. Преданные никогда не бедные. Это выглядит, может быть, внешне. Но они не бедные, они очень богатые. Они богатейшие во всей вселенной. Если они могут что-то обрести, они обретут, и наша радость служить им. Шукадев Госвами говорит, Харирхи Ниргуну Сакшат. Вот я вкратце объясню эту слоху. Хари, Парат Паракилишо. Харихи Ниргун, он за пределами этого материального мира. Хари, он не находится под влиянием Сатварадзе и Тамагуны. Хари, он за пределами этой... Он Вайкунтхавасту, он за пределами этого мира. Он Вайкунтхавасту, он созерцает все со стороны. Он Параматма, пребывающий в каждом сердце, мы не можем его видеть и найти, но он видит нас, Сарвадрику Падешта, Дживатма, с души с ложным эго, они не могут понять, что Параматма внутри их сердца, у Падешта, значит... Вот это я термин завтра объясню. То, что завтра день явления Шримананда Прабху. И вот это все значит, что Хари, он за пределами всей этой материальной ограниченности, он ниргун. Если вы хотите поклоняться ему, вы должны преодолеть все эти ограничения материального мира. Если вы хотите поклоняться Хари, первую ошибку, которую вы совершаете, вы думаете, что Хари, он материален, как и вы. Чтобы поклоняться Хари, поклоняться чистым Гуру Вайшнавам, чтобы служить им, нужно возвыситься до их уровня хотя бы. В обусловленном состоянии мы не можем служить, можем пытаться что-то делать, какое-то тренироваться, но когда мы преодолеем все эти материальные ограничения и предрассудки, то тогда только сможем служить по-настоящему. Патитанам Павана Бхагавишнабхио. Hear me. This year too much hot. В этом году очень жарко. I cannot give guarantee about you because in Panihati so many people die. Сейчас в Панихате был праздник от жары. Некоторые люди потеряли сознание, умерли из-за такой жары. В больницу попали, там померли. В этот год очень жарко, нужно быстро принимать решение, что-то случится. Проблема большая, лучше переждать. Если едете на праздник, лучше издалека посмотреть.